Merci. Этот коллектив не раз были победителями
конкурсов и фестивалей, как «Самарская осень», «Крымская весна», «Воснорудан», «Моя Приднепровье». Ни один районный конкурс не проходил без выступления такого замечательного ансамбля, как «Фрэш». И я думаю, вот они бы не достигли таких бы высот, если бы рядом не были вы, уважаемые родители, которые поддерживали, которые помогали шить костюмы, которые сопровождали их на эти фестивали и конкурсы. Ну и, конечно же, администрация школы, которая создала все условия для того, чтобы этот коллектив развивался. Поэтому я сейчас хочу сказать большое, огромное спасибо всем родителям, детям, администрации школы, ну и, конечно же, хрупкой, красивой, симпатичной руководительнице. Пожалуйста. Сегодня у них очень тяжелое ответственное мероприятие, первый такой вот экзамен. И я хочу пожелать всем нам. Борисовская специализованная школа номер 107 встречает дорогих гостей хлебом с солью, весенними квітами, с поважанням и добра и злагоди. Всі, хто присутні сьогодні на святі світ. Бажаємо сили, наснаги, як цвітуть дніпровські береги, щоб жили гуртом не поодинці на нашій славній гостинній землі. Нехай для вас не власне. Thank you.
время вам, наши верные друзья и песня «Верные друзья». Сучасного танцю фреш – це дружня велика родина, в якій існують свої традиції.
Всі учасники колективу дотримуються головного правила – жити в дружбі, допомагати один одному, разом перемагати і не задирати носика, а працювати натхненно, щоб глядачі на їх концерті були завжди з гарним настроєм. І наступний виступ є доказом цих слів. Зустрічайте! Маленькі учасники колективу «Фреш» запрошують нас танцювати хіп-хоп! Тебе на ушках, ты моя ближайшая подружка. Мы
колективу.